Офигенно, офигенно. Очень приятно, очень приятный ствол, очень приятный геймплей. Однозначно, однозначно. 9,5 точно из 10. Если за десятку брать, вот давайте так посмотрим, какой идеальный танк в нашей игре. Ну, для статистики какой идеальный танк? Чифтейн? 2,7,9? Этот танк приятнее Чифтейна. В плане стрельбы он намного приятнее Чифтейна. Чифтейн это достаточно косой танк. Если брать вот именно по приятности отыгровки в плане ствола, то этот танк просто в разы лучше. Но, конечно, чиф, башня, броня. Тут, конечно, сложно сравнивать. Вообще невероятно. Давайте из ПТ пройдемся, да? Вот из ПТ, если сравнивать. Из ПТ с кем мы можем его сравнить? Ну, я к ПЗ-100 точно нет. Это лобовая ПТ-шка, которая играет в размены за счет своей альфы. То есть на ЕКПЗ-100 он не похож. Е3 он тоже не похож, Е4. Но вот с Е4 можно его уже немного сравнивать, потому что у Е4, в принципе, тоже башенная система. То есть он может крутить башню. У Е4 750 альфы на сотку больше, пробивает все. Но опять же, у Е4 нету такой хорошей пушки. У него нету такого ощущения хорошего, что он так классно стреляет. Но Е4 можно поставить как схожий танк на СП-2. Дальше у нас кто идут? Фаши тоже не подходят. Этот танк похож, спасибо, Зувикс, большое. Этот танк похож на гриля, да, я в чате согласен. Этот танк, наверное, больше всего похож на гриля. Да, 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 да. Это гриль 15, да, это гриль 15, только китайской версии. И он причем более улучшенный. Это гриль 15, согласен полностью. Да, это грилечек, это грилечек. Только это классный гриль. Вот я помню пушку гриля, она тоже моментально сводится. Но у гриля не такая стаба. И гриль не может играть в упоре. А этот танк может играть в упоре. Поэтому этот танк сильнее гриля. Потому что если мы возьмем гриля, гриль в упоре никогда не играет. И он не может играть в размене. У него не подходит ни башня. Ему все фугасы закидывают в лицо. Этот танк может. Этот танк реально может. Если сравнивать этот танк с советским 2685, ну... Да, возможно, по механике он на него похож на 2685, по механике. Но если сравнивать по комфортности игры, я бы 2685 вообще бы даже близко бы не ставил рядом. 2685 супер, супер сложный, медленный. Ну, на нем надо прям этот каждый выстрел рожать. То есть ты должен этот каждый выстрел исполнить. Очень сложно, да, то есть ты должен свестись там, ой, все, пробивает тебя во все щели. Короче, сложно на нем. А вот этот прикольный.